Добрый вечер. Перед вами команда, которая пропагандирует семейные ценности. Давайте знакомиться. Это Андрей и Аня. Им по 19 и не всего год женаты. Мы с Юлей та пара, которая уже 6 лет вместе. И никак не поженится. Ну вы поняли. А это Руслан и Настя. И они счастливы в браке уже много лет. Ну что ж, теперь давайте начинать. Я Аню называю мой мышонок, а я его мой маленький тигренок. Всегда я Юлю солнцем называю, для меня он просто зая. Козел! Коза! Ребята! Между нами папа! О, Тимофей, а ты что на сцену выбежал? Пап, мне за кулисами скучно. Вы что, ребенка с собой взяли? Ну извините, нам не с кем оставить. А кто это такой малыш? Пути-пути-пути-пути. Пап, ты был прав. Они реально бесят. Тимофей, будешь так себя вести, я тебя вон тому дяде отдам. А можно уточнить, ты на Пеше или на Эрнста показала? Все-таки это две разные жизни. Какой прикольный, Леш, я хочу такого же. Ну, если прям точно такого же, то это ко мне. Руслан, да хватит, что, обычно невозможно. Успокойся. Да ну прекратите вы. Ладно, Тимофей, беги за кулисы, может, с какой-нибудь красивой девочкой познакомишься. Вот я смотрю на вас и думаю, а оно мне надо. Ох, ё! Чуть поручителя не потерял. Здорово. Здорово, сосед. Опять эти ваши странные соседи. Почему мы странные? Потому что у вас у единственных в подъезде дверь обгоревшая. Зато салют в тепле посмотрели. Кстати, мы по делу. На, подержи собаку. Ты шарик назвал собакой? То есть собаку шариком можно называть, а шарик собакой нет. Константин Львович, у меня к вам вопрос. Как попасть в передачу «Модный приговор»? А то мне перед другим приговором приодеться нужно. Так! Давайте начинать, я на 8 на ногти записана. Единственная моя. А чтобы быть на аватарке только вдвоем, мы обрезали Путина. Единственная моя. Представьте, муж застукал жену с любовником, но тот оказался нормальным мужиком. Ну, с другой стороны, и ты меня подразгрузишь немного. Полочки там подприбьешь. Слушай, ну не злись ты на нее, нормальная она у тебя баба. Готовит, стирает. На фитнес ходит? Не, на фитнес не ходит. Ага. Слушай, я же на следующей неделе в командировку еду. Да я знаю. А, ну да. Ты это, проследи, чтоб в ней козлы всякие не ходили. Руслан. Вот она. А я твоего хахаля с балкона достал. Какого хахаля? Я в первый раз его вижу. А это не четвертый этаж? Нет. Алло, Михалыч, спускайся. Я тебя с таким мужиком познакомлю. Единственная. Жену выбирают, как правило, раз и на всю жизнь. Давайте представим, что было бы, если бы жену выбирали, как и президента, раз в 6 лет. Руслан, доброе утро. Вот завтрак. В холодильнике 2 бутылочки пива. Не понял. А, скоро ж выборы. При чем здесь выборы? Я всегда о тебе заботилась. Настюк, ты сама все знаешь. 2 срока и больше нельзя. Да ладно тебе, вон наши соседи из Беларуси. 25 лет вместе и ничего. Ладно, давай свою предвыборную программку. Угу. О! А Ленка точно согласится? Ведутся переговоры. Ладно, проголосую за тебя, Настя. Правда? Очень мне уж твой предвыборный лозунг нравится. Анастасия Смирнова. Наши дети – мои проблемы. Ну только обмани меня! Единственная моя.
Друзья, ну и в продолжении. Для того, чтобы понравиться девушке, необходимо... Я хочу, чтобы эта песня, эта песня... Ну, здравствуй, Настенька. Марк, ты что здесь делаешь? Интересно. Когда я увидел тебя по телевизору, я снова понял, что люблю тебя. Вообще интрига! Настя, кто это? Руслан, это мой бывший. Настя, когда мы с тобой расстались, я был никем. Но потом я закончил университет, уехал на стажировку в Германию и основал свою компанию. Ну, то есть поперло, как с Настюхой расстался, да? Можно тебя на секундочку? Что тебе надо? Давай прямо сейчас. $1,000,000, и она моя. У меня нет таких денег. С тобой все ясно. Одно твое слово. Мы уезжаем в аэропорт, а завтракаем уже в Париже. Я согласна. Юля! Так! Пошел вон отсюда, рыжая со мной остается. Пускай Анастасия сама решает. Какая Анастасия? А, давай, так пошел вон отсюда, декомфанки! Да! Марк, свой выбор я сделал уже давно. Пожалуйста, уходи. Никогда тебя не понимал. Настюха, я не помню, я тебя с 8 марта поздравлял или нет? Настя, ну как ты могла выбрать Руслана, а не Марка? Ведь он галантный, чуткий и любит тебя. Он же просто мечта. Юля, как ты не понимаешь? В этом и дело. Как русская женщина может жить без мечты? Блин, Настюш, это ж он мне $1,000,000 предлагал. Ё-май! Так, давайте заканчивать. Обними меня. Друзья, ну и в заключении. Для того, чтобы женщину подтолкнуть к какому-либо действию, ей необходимо просто тонко намекнуть. Ань, помнишь, ты готовила ризотто? Мне очень понравилось. Юль, там ребята с работы вечером в бар собираются пойти. Ты там в ванной сдохла, что ли? Будем дружить с семьями, спасибо!